Казахстан готов оказать поддержку Азербайджану после нападения экстремистов на посольство в Лондоне. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел. В ведомстве отметили, что считают неприемлемым проявление насилия в отношении дипломатических представительств. Кроме того, они считают подобные акты нарушением основ и норм международного права и подлежат всеобщему осуждению и тщательному расследованию событий. Напомню, радикалы ворвались в азербайджанское посольство в Лондоне. Они сбросили с балкона флаг государства и выкрикивали религиозные лозунги. Ответственность за инцидент взяла на себя организация «Союз слуг Махди». В заявлении группы говорится, что ее лидер дал указание, цитата, «принять срочные меры против президента Азербайджана». 8 человек арестовали.